Подписывайтесь на канал, делайте эту красную кнопку серой, вот такой как пульт от скрипки. Да, теперь я покажу вам котика, который спрятался от Руслана. Ты моя какая кися. Ой. А кто это у нас тут? Все, они сразу подписываются и ставят лайки, девочки тоже. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Русский ФПС, и это распаковка. Вы сейчас узнаете чего, и в конце вы увидите это. Да, все трясется. Я вот не знаю, ставить вспышку, нет. Со вспышкой. Да, со вспышкой, думаю, будет лучше. Вот, кстати, новый телефон снимает в 60 FPS Full HD. Ну, как и старый, в принципе, но получше немножко. Если хотите, сделаю подробный обзор на него. В общем, не знаю, буду блюрить я это или нет. Вы уже заметили, я надеюсь, Adidas. Эксклюзив, ну вот, всякие знаки такие. Это знаки, я так понимаю, сеть пунктов выдачи. Это значит, вот эти вот, я забыл, как это называется. В общем, там оплачиваешь, и тебе в кейсы приводят. Заказывал я из Казани, был в Казани, ездил, и там вот в Адидасе, в ЦУМе я заказал, там на втором этаже, там Адидас и Рибок, вот я заказал кое-что от Адидаса, мы сейчас узнаем. Вот, отправитель Адидас, вот, 29 числа было отправлено в 5 часов, если не ошибаюсь, 28 мы заказали, вот так вот оперативно работает Адик. Нам сказали, что в Татарстане 5 дней, от 5 дней вообще доставка по всей России, и нам привезли за 8 дней, получается. Это круто. И давайте уже распаковывать, ё-моё. Такие ножницы у меня, они маникюрные, если правильно называть, я не знаю. Просто у нас кадр ограниченный, только низ, поэтому я не знаю, как это чудо распаковывать. На самом деле, я вот увидел, здесь вот перфорация находится, и скорее всего это и есть то, что нужно открыть. Я думаю, просто мы порвем это все дело. Волосатые руки, ё-моё, господи. Главное, этикетки не порви, да. Не порви надпись Adidas. О, Adidas, потом перед одноклассниками там выпендриваться. Да. Там на... В нашей школе все Вадика ходят, ты что? Так. Главное... Воу-воу-воу, я сейчас кончу от этого. Блин, Тимур пришел, я стал немножко расслабленнее. Давай, иди. Там главное, чтобы не палить, смотри. Слушай, главное, чтобы не палить до самого конца. Давай. Так, ну что, вы готовы? Так, там, я надеюсь, было не видно. Так, так, я это вижу, вы нет. Так, видите, там что-то красненькое. И это... Adidas Official... Official License Product. Official. Ты чё такой умный? Вот тогда ты читай. Official listen. Нет, давайте, твой канал. Official license product produce. Я не знаю, почему produce написано. Product. А, это на, на вашем Deutsche Soldaten. Да, ты же учишь немецкий, давай читай. Вот. Produced official source license, наверное. Это так. На французском тоже. Да какая разница? Просто я учу французский, а он немецкий. Видео идет уже 4 минуты, а мы ничего такого годного не сделали. Вы видите какую-то красную футболку и не понимать. Ух ты, она оказывается приятная. И, кстати, она сделана из... Оуфа! Это размер S. Она очень приятная. Кстати, она сделана... Дайте я понюк. Фак. Она сделана из вот этих пластик. Вот вы знаете, что в прошлом сезоне там топовые клубы типа Ювентуса на третью форму делали из пластика. Там из пластика как-то делали нити. У тебя ногти не фотогеничные. Да, секс просто. Я их специально постриг. А, красавчик. Вот. Делают из пластика нити. И вот так вот. Ты понимаешь, что мне это срезать надо будет? Все.
Нет, вставь камеру. Вот. Так, главное, чтобы не палить, что это там раньше времени. Вот. Она, как я понял, безымянная, и это, наоборот, хорошо. Красная, вот, и из них делают нити такие. Это технология... Я уже запалил, блин. Climalight и Made in Vietnam. Ну, вот где... Вьетнам это, короче. Афроамериканцы за копейки делают нам такую крутую форму. Что тут еще написано? Red, white. Есть еще белая, но я взял красную. Смотрите, что тут еще какие-то всякие штуки. Я понимаю, что вам интересно, что это за футболка, но вы уже, наверное, поняли. Dry in every condition. Это, получается, сухость в... Во всех условиях среды обитания отстанет. Меня. Подожди. О, слушайте, тут еще на русском что-то написано, оказывается. Вот, сухость в любых условиях удаляет пот с твоей кожи. Oh, fuck. Так что ты остаешься всегда сухим. Ты потеешь, но это не повод для беспокойства. Блин, я когда потею... Как реклама прокладок. Я... О, фак, да, слушай. Господи, Тимур. Так. Он сейчас просто хочет кушать. Сухая кожа – ваш комфорт. Climalight отводит пот и оставляет поверхность кожи вашего тела сухой. Мало! Слушай, что еще тут написано? Просто я реально покупаю форму. Притащи форму, вот там она. Форму ПСЖ притащи, она в шкафу. Вот. Нет, она в шкафу, да. Вот, смотрите, что это еще есть. Содержит рециклированный полиэстер. Смотри этикетку с указанием полного состава волокна. Так. Этикетка. А где полное указание волокна? Да? Ну, шорты, я думаю, нет смысла показывать. Они в челленджах видели. Поэтому тащи футболку. Написано еще 2016 Adidas. В общем, как уже поняли, это футболочку. Блин, у нас ракурс просто ограниченный. Будем вот так вот. Climalight внизу написано. Кстати, это фанатская форма сборной России. То есть она без всяких белых этих. Она чисто фанатская. И даже я вам цену скажу на нее. Она стоит 5к, если не ошибаюсь. Ну, вы можете на Adidas посмотреть. Вот эти вот. Помнишь, летом было как раз? Да, сейчас. Сейчас у меня выросли плечи. И реально ты... тебе говорю, мне здесь некомфортно. А, сейчас. И ты потолстел, кабан. Ну давай, давай, показывай, сейчас будем. Сейчас бы еще. Вот, смотрите. Ай! Как шарахнуло током. Раздел ее. А вот смотрите, тут герб. Тут она. Подожди. Тут она как-то. Слушайте, наклеена. Просто вот. Тимур. Вот форма. Подожди. Господи, убери этот шлак. Вот, смотрите, форма сборной Испании, я там видел, там просто в наличии было очень мало футболок, потому что все-таки это... Хватит. Все-таки это Казань, а не Москва, поэтому там нету всего спектра одежд. И вот, смотрите, там вот в Испании там из ткани была эмблема, а здесь она из какой-то крутой штуки. Так, и здесь, ну, Абибас. Просто я так шучу, Абибас, это раньше в 90-е. Вот представьте, Адидас, а чтобы не нарушать права, писали Абибас, и вроде как бы типа Адидас, и люди покупали. Также была Пума, и по-русски писали Рита, и типа все думали, что это Пума, и покупали. Вот. Риточка. Смешно. Вот видите, Адидас, С. И, кстати... И колхозная футболка, которую вы видели на челленджах. Кстати, ссылки на челленджи, наверное, я оставлю в подсказках, если хотите. Смотрите, вот это, вот смотрите, колхозная футболка ПСЖ, по-моему, что-то там выпало даже. Сезон 15-16. Вот, и она как-то даже не бастенько смотрится, в отличие от этой. Рассказывай, Тимур, про все преимущества этой Made in China футболки ПСЖ Ибрагимович. Кстати, она еще сохранилась. Я ее даже дважды стирал. Точнее, стирала мама. Ой, там мамкин школьник. Так, вот давай рассказывай про эту футболку. Давай вот.
В чем разница вот между этой футболкой и вот этой? А потом я на себя ее надену и мы снимем. Короче, смотри прикол. Сиди сюда. Это сделано в Китае, а это не в Китае, да? Но это сделано китаёзами, это негритосами. Все. На самом деле... Сядь нормально, давай. Я не знаю. Это просто такой прикол. Где тут состав? Нету. Слушай, тут даже состав... Ну, это, наверное, 100% этикетку такую какую-нибудь. Полиэстер, но факт в том, что это китайская, это... Китайская фигня. Смотри, погоди. Кстати, ребят, обязательно смотрите, даже если не актуальный сезон. Не подходит. Даже если это просто футболка, она зрительская, сборной России. Но вот эту форму я брал, там шорты и футболка за 700. Вот это по скидке 1190, да. Да. Вот. Лучше покупайте оригинальную, нормальную футболку, просто она стоит 5000, и в ней можно заниматься. То есть это такой практически средний вариант. Средний-про вариант, если я не ошибаюсь. Так, кто знает, поправьте меня в комментариях. Лучше покупайте вот такую, чем... Это, кстати, сейчас мы переоденемся, и вы посмотрите на меня. Такая, давай. Вот это лучше. Yeah. Сразу виден зад Америки. Oh, you touch my drum of... Вот, вторая поза. Говно, да? Да. Я так и знал. Безымянный рус, смотри, может написать тут рус FIFA PES, там, я не знаю. Давай. Подписывайтесь на канал, делайте эту красную кнопку серой. Вот такой. Слушай, такой... давай тест. Нет, тест, смотри, стой. Степа, не бань. Воу. Все. Это слишком откровенно. Это, смотри. Слушай, он уже в атаку идет. Все, давай не будем кота мучить, смотри.